Привет, меня зовут Эд, и сегодня я продолжаю свою обширную серию по проблемам пигментации лица. Все ссылки на предыдущие серии вы найдете под любым видео и сможете использовать любые из выбранных 2-3 рецепта для устранения вот этих неприятных цветовых проблем на вашем лице. Рецептик на сегодня такой. Готовим пиалу, небольшую маленькую глубокую тарелочку. Дальше берем 3 компонента. Мед, крахмал и морская соль. Каждого компонента берем по 1 десертной ложке. Засыпаем в нашу пиалу и хорошо, не спеша, размешиваем. Самое главное, чтобы максимально соль размешалась. Если мед будет густоват, а надо брать идеально именно жидкий мед, майский. Если будет мед густоват, можно немножечко, чуть-чуть добавить воды. Немножко, не знаю. В принципе, 1 десертную ложку добавьте воды. И тогда все станет намного жиже, можно хорошо все размешать. И тогда соль идеально растворится. В общем, размешиваем данную массу всю. Если, кстати, у вас нет жидкого меда, возьмите обычный мед, который засахарился, и на водяной бане его растопите. В таком состоянии даже остывший мед будет в жидком состоянии сохраняться несколько дней. Только не нагревайте воду больше 50 градусов. Нагрели немножко воду, и пусть мед в пиале до растворения стоит долгое время. Если вы перегреете воду, мед может потерять свои целебные качества. В общем, все перемешали. Все готово, подготавливаем наше лицо. Берем быстренько очищающие наши косметические средства, лосьоны, там, молочко очищающее, и очищаем кожу лица. Дальше. Осторожно рукой или кисточкой наносим на все лицо. Избегайте вот этой области и вот этой области. Наносим на лицо и ждем. Когда чуть-чуть все подсохнет, берем и второй слой наносим. Нанесли второй слой, ждем. Опять подсохло и наносим третий слой. После этого просто расслабленными сидим. Не напрягаем глазки, не напрягаем губы, не разговариваем по телефону и так далее. Никаких эмоций не проявляем. Сели или лягли, расслабились и ждем. Первые сеансы 15 минут, потом 20 и доводим до 30 минут. Смотрите осторожно с медом. Может у кого-то на него аллергия. Поэтому обязательно возьмите на пробу мед. Первое, съешьте его, не будет ли здесь у вас першить. Второе, как попробовать еще? Можно на нежные участки нанести мед. Можно даже осторожно вот так нанести его на лицо. Чуть-чуть так раз. И подождать. Подождать где-то минут 30-40. Если покраснения не будет, значит данный мед вам подходит. Потому что мед от меда, конечно же, отличается. Может быть мед, который не аллергический. Например, майский мед, он всегда гипоаллергенный. А может быть мед вызывать аллергические реакции. Поэтому с медом очень осторожно. Проверьте обязательно на аллергическую реакцию вашу кожу. В общем, подождали 20-30 минут и все хорошо смываем подготовленной, очищенной, теплой, кипяченой водичкой. После этого ждем полчасика, пока идеально все высохнет и так далее. И наносим питательный крем. Необходимо через день сделать примерно 15 до 20 процедур. Вот такой чудный рецепт для осветления кожи,
при проблемах с пигментацией я вам сегодня и поведал. Спасибо за внимание. Сегодня с вами был Эд. До встречи на моем канале завтра. Ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями данным видео в соцсети, напишите мне маленький благодарственный комментарий. И до встречи завтра на моем канале. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему миру.